знаю пароль. Я вижу конец сил. Я верю только в это. Любовь спасет мир. Даже известные артисты знают, для балаковцев День химика – это настоящий праздник, который отмечается с размахом. Уже второй год подряд компания «ФосАгро» устраивает для жителей и гостей нашего города концерты с участием звезд российской эстрады. Раз праздничные мероприятия были приурочены к 45-летию балаковского филиала АО «Апатит», и всех пришедших на центральную площадь радовали шиз-оркестр «Каша», романтичная Анна Плетнева «Винтаж» и любимцы публики группа «Иванушки Интернешнл». Сегодня День химика отмечается. Что вы можете пожелать тем людям, которые вот, ну, работают по этому направлению, да, химиками являются? Ну, главное, терпение, потому что химик – это довольно-таки тяжелая профессия, требует огромной ответственности и знаний. Но так всего самого наилучшего, чтобы был карьерный рост. Всего-всего самого хорошего. На кого пришли сегодня смотреть или просто пришли? На Иванушек, боясь. Да ладно, Иванушки. Да? Почему? Потому что Иванушки... Вы же совсем маленькие. Это вы что? Понимаете, песни, они очень клевые, веселые. И хочется слушать. Понимает настроение. Открыла концерт группа «Каша», после нескольких песен которой стало понятно, почему участники этого коллектива называют себя «Шиз-оркестр». В их песнях сочетание популярных текстов и мелодий, но как будто перемешанных безумным шляпником из сказок про Алису. Каждая композиция у них вроде знакома, но зрителей не покидает чувство, что с песней что-то не то. После нескольких секунд зрители начинают понимать, что за мелодия и из какой песни слова, и подхватывают знакомый мотив. И зарядив балаковцев отличным настроением, шиз-оркестр «Каша» уступил место на сцене Анне Плетневой «Винтаж». Артистка вспомнила, что уже была в Балакове и поздравила химиков с профессиональным праздником. Безумно счастлива и благодарна за то, что сегодня день химика. Я в Балаково, в прекрасном городе. Я вас очень люблю. Вы здесь уже не в первый раз. Кто был на нашем концерте 3 года назад? Поднимите руку, кто был. Здрасте! Анна Плетнева пообещала публике в начале своего выступления, что ее программа не позволит скучать никому, и сдержала свое обещание. И новые, и известные песни артистки балаковцы подпевали хором, и устоять на месте было просто невозможно. После Анны Плетневой на сцену вышли «Иванушки Интернешнл», популярность которых с годами только растет. И несмотря на то, что группа взрывала хит-парады в конце 90-х и в 2000-х годах, нынешнее поколение тоже знает и про «Тополиный пух», и про куклу Машу, и про «Тучи». Это уже, можно сказать, классика российской поп-сцены. Я вас вижу, вы машете, у меня нормальное зрение, это я им говорю, что полный здесь зал. Дайте шуму хоть немножко, ребята, ну что же там? Андрей, это все для тебя! Спасибо, друзья! Пожалуйста! Не бросайте, люди, кукол, и уж скоро полночь на часах. We'll be right back.
вилку, пусть слезы на глаза. Кукла Маша, кукла Нина, кукла Таня и Полина. Проработы детские. Завершился День химика, как и полагается празднику, красивейшим салютом. Ну а пока балаковцы любовались ярким зрелищем, руководство балаковского филиала АО «Апатит» вручило звездам букеты цветов и поблагодарило за концерт и отличное настроение, которое исполнители подарили всем балаковцам. Совокупной повезло. Совокупной. Отличная ветреная промозглая погода. Но зато дождя нет, это круто. А публика волшебная. Просто муа. Город Балаково, вы впервые же здесь, правильно? Нет. Однажды мы были. Года 3, наверное, назад. 3-4, да. Какой цели? Проездом или выступали? У нас был концерт. Мы уже не помним, как называется это место, но мы там были. Мне хочется, чтобы сегодня какие-то слова прозвучали в адрес людей, которые вот химиками считаются. У нас город Балаково, город химиков, энергетиков и строителей, но прежде всего химиков. Что можете сказать? В первую очередь, благополучие во всех сферах. Благополучие, прекрасные девушки. Благополучие во всех сферах, здоровья, успехов во всех делах. Ну, чтобы все было круто, здорово и счастливо. Люди, берегите химиков, на них держится город.